Прекрасная новость для поклонников молодого и талантливого турецкого актера Даана Байрактара. В ближайшее время зрители увидят его в новом историческом сериале. Что нам известно о проекте прямо сейчас? Продолжается подготовка к цифровому сериалу, рассказывающему историю одного из главных героев исламского мира – султана Салахаддина Аюби. Главную роль в проекте сыграет Ильхан Шен. Сериал выйдет на цифровой платформе Bein Connect. Производство компании Aklı Film и Ansari Shah Film. Режиссером сериала стал Бурак Мюджиджи, ранее работавший над хитом телеканала ТРТ-1 «Организация Тышкелят». Создается гигантское съемочное плато, на котором будут проходить съемки. По сообщению известной журналистки Берсен Алтунташ, Даан Байрактар присоединился к касту турецко-пакистанского проекта. Первоначально Даан рассматривался на главную роль в третьем сезоне сериала «Организация». Однако после того, как продюсерам удалось договориться с Муратом Гилдеримом, молодому актеру пришлось искать себе другую работу. Поиски главной героини продолжаются. Напомним, что Гюльсим Али, которая первоначально согласилась на работу в сериале, впоследствии покинула проект до начала съемок. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.